Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить игру под названием Super Meat Boy. Так. В предыдущий раз меня настолько довел до кипения, что я вынужден был просто запись остановить. Вот. И да, мы сейчас будем продолжать дальше. Честно говоря, я не помню, сколько нам осталось до финала, но лучше не вспоминать, лучше просто играть и все. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, да, что всего нужно еще Так, я вспомнил этот уровень резко. И для меня не очень было приятно вспоминать этот уровень, потому что я помню, как я на нем мучился и страдал. Вот. В основном из-за того червячка, который у нас ползает. Сейчас скажу где. Вот туточки. Вот из-за этого червячка все паскудного. Он очень злой, он очень эгоистичный и мерзкий. Вот, поэтому, да. Конечно, все проблемы в основном из-за него. Вот он ползает и он мешает. Сложно. Сложно, но возможно. То есть пройти вот эту локацию реально. Ну, как я уже говорил, терпение нужно будет не только мне, но и вам. Потому что просто даже наблюдать за тем, что здесь происходит, больно. Вот, я это на себе испытал. Попробовал посмотреть и ощутил всю жесть, которая происходит, даже не играя. Вот, то есть я представляю, каково вам. У вас, наверное, все пальцы сжимаются в кресло, когда вы наблюдаете, как мой персонаж доходит уже почти до финала локации и потом резко проигрывает. Да, как сейчас. Ну ладно, уже прогресс. Прогресс был успешно достигнут, но правда я так полагаю, что прогресс этот не такой уж успешный. И мне написали в комментариях, что я вырезал момент якобы и так далее и тому подобное. И какой я плохой. Вот, ну да, я вырезал. Знаете, почему я вырезал? Потому что у меня по записи было 50 минут. Вот, то есть из них 20 минут были просто сумасшедшей агонией. Вот. И вы, наверное, представляете себе, да, что это такое. Отлично. Отлично представляете. И я решил вас пожалеть немножечко. Так, это было близко, стоп. Да. Близко, немножко неудачно. Ага. Все, я понял. Теоретически мы можем с вами долететь. Да, можем. Опачки. Оу-воу. Иди отсюда. Блин, вы должны понимать это. Вот как, почти я же ведь я запрыгнул туда. Ну, наверное, какие-то мастера есть, которые прям сразу же со старта туда попадают. Но это пипец вообще как сложно, на самом деле, я предполагаю. Так. Опа. Yes. 30 секунд, друзья. Давай, братюня. Какой там нафиг Боша? Боша запоминать надо, здесь нужен скилл. Без скилла никуда, вот так. Так, 17, 18, 19, 20, 21, 20... Ух ты, блин, на 8 секунд. Ну, 7,5, ладно, не будем преувеличивать. Понятно, вспоминаю. Вспоминаю, да. Да. Оу, вот это была подстава, слушай. Как так? Как ее обойти? Как ее обойти? Так, понятно. Все. Я пока что последовательность понял наших действий. Так, подождите. А что надо было сделать? Я не очень понял. А, я да. Все. Нужно было дождаться, пока ракета выстрелит в заграждение. И тогда можно было бы все сделать удачно. Понятно. Только сначала нужно, чтобы ракета нас не уничтожила. Вот, да, это вопрос первой важности.
Вот, супер. Ой, еще и бензопила. О, это было ощутимо больно. Да. Опа. Супер. Валим. Да, первый раз, конечно, я бы с плюсом ни за что не получил. Спасибо. Пожалуйста. Ну, это было легко по сравнению с предыдущим. Понятненько. Ага. Так, я понял смысл. Хорошо. Так, стоп. Да. Да. Это будет пройдуто. Yes. Ага. Да, спасибо. Воу. Так, еще чуть-чуть. Будьте добры. Понятно. Все получилось сразу так себе. Ага, спасибо. Да, тут могу получиться получше, на самом деле. Ну ладно. Да, здесь поторопился. Но я верю, что мы с вами пройдем. Мы с вами пройдем это безобразие. Все, понятно, что надо. Я сразу что-то не додумался, ступил. Так, подождите. Так, хорошо. Как? Я все сделал правильно. Почему нет? Так, хорошо. Понятненько. Значит, мы на этих пушках будем задалбливаться, да? Окейшки. Я вас понял, друзья, коллеги. Уже неудачно получилось. Хорошо. Так. Так. Вот, супер. Так. Ой, сложно. Бежим. Сразу же на обгон. Понятно, не получится сразу же на обгон. Хорошо. Понятненько, блин, как вот с ними справляться, с этими мухами надо? Очень сложная задача. То есть пока мы добираемся, нас сжирают, да, автоматически? Сразу три. Все, идите в попу. Ай-яй-яй. Аккуратно их сагрить так надо. А
Ах. Ах, как все сложно. Ну, блин. Вот это было. Как удачно, как хорошо получилось, а? Нет, в принципе, технический уровень. Его можно пройти. Да. Ну, тут уже все, тут за пароль, тут по таймингу уже не выходит. Нормально, ничего. Хорошо. Так. Хорошо. Вот это была вообще просто подстава. Подстава самая натуральная. И тут тоже, блин. Ну это просто я уже устал от игры. На самом деле. Сколько ж мучиться-то можно? Да, с ракетами не лучше. С ним, может, даже еще хуже. Фиг справишься. Так. Одна все-таки вот возьмет да попадет. Ой. Безобразие. Так, окей. Вот не пруха, так не пруха. Надо там учиться разбираться с этой пакостью. Надо. Ну тут мы уже все знаем, как делать. С технической стороны. Ага. Второго выстрела не потерпим, называется, да? Ну окей, чё ж поделаешь тогда. Так, хорош. Вот это была жесть просто. Ай. Вот это был бред. В прошлый раз. Самый такой поганый бред. Так. Да. Не самый лучший вариант тоже. Так, окей. Идите нафиг. Ох. Обязательно надо было на пилу попасть, да? Вот если я ничего не сделал плохого, так нет, обязательно надо попасть на пилу. Или на кокс. Или на кокс. Что еще хуже? Все, уходим. Хорош. О! Так был близко к финишу, и так я не прошел его. Ну что за мерзота? Так. Так. Все. Тайминг просран был успешен, поэтому я... Дальше я не продвинулся. Дальше не продвинулся из-за тайминга. Пофиксенного. Так, аккуратно. О, другое дело. Ну, ё-моё. Вот как тут мост проходить? Как? Чё-то не хватает определённо. Здесь я поторопился. О, ну ничего, ничего, мы пройдём. Мы справимся. Так.
Давай, 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 мидбой. Отлично. Вот. Yes! О, так, давайте, немножко надо размяться. Ой, тяжело все это, тяжело. Но мы справимся. Справимся, обещаю. Так. 27 секунд. То есть на 4,5 секунды. Так, босс. Надо почесаться перед ним. Кажется, я помню этого босса. Он жесток. Так, одного червячка мы сделали. Блин. Вот забываю прыгать. Забываю прыгать я. Забываю. Давайте еще разок. Супер. Одного под откос. Не надо так больше, ребята, не надо. Так, все, последний товарищ остался. Последний, давай уже, иди на пилу. Не надо. Не надо так. Гудбай. Ух. Ух, сложно это было, сложно. Да. Но тем не менее возможно. И что у нас тут? Что у нас тут? Сколько тут всего? Пять уровней. Так. Подождите. Ага, вот оно как, да? Понятненько. Так, вот теперь я крайне возмущен ситуацией. Блин. Слушай. Да. Немножечко не то получается. На что я рассчитывал. Ну ладно. Ай. Улетели. Улетели в далекие края. Я думал завершить эпизод, конечно, на предыдущей миссии. Но нет, мы еще тут немножко поиграем. Просто так, чтобы вы поняли, ощутили всю боль. Всю боль и страдания от, от этой игры.
Вот это жесть. Ага, особенно после предыдущего раза, когда мы были так близко и так далеко одновременно. Отлично. Ай! Ну тут уже я уже все уже запутался, у меня уже язык просто не вяжется после предыдущих заданий. Да. Разработчики знали, что делали однозначно. Они делали ловушку для нас. И, конечно, после вот этих вот гравитационных штуковин, да, я уже более-менее чувствую себя расслабленным. Хотя, расслабленным, конечно, не назовешь это. Так. Отлично. Ага. Yes. Понятно. Понятно. Спасибо. Тоже не вариант. Тоже не вариант. Угу. Называется, собрался пройти Рашем локацию. Не удалось. Так. О! А как же там надо было все делать-то, я не понял. Я же все делал вроде правильно, по технике. Улетели так улетели. Ну. Так. Ай-яй-яй! Что же я натворил-то, а? Что же я натворил-то? Натворил я не очень хорошее дело. Ууу, в облака улетел. Наш супер медбой славный. Дай! Нет. Блин. Я не знаю, пройду, конечно, сейчас это задание или нет, но попробую, по крайней мере. Просто делайте ставки еще на то, что я устал. Это у вас тут, может, не так уж много времени вышло, а я-то еще обрезал. Что не самый лучший вариант. Ущи. Все, иди, на пилу. На пилу иди. Все, и тоже, давай на пилу. Не, все, у меня уже руки уже просто перестали чувствовать клавиатуру. Меня можно тоже понять. Это вполне сложное дело, проходить супер медбоем. Вот, да еще на с плюсом, да еще вот эти вот локации. Сумасшедшие абсолютно. Как? Я же... Вообще жесть. Так. Ну? Так, ну да... Давай. Давай! Угу. Я уж был обрадовался, что сейчас мы пройдем все, но нет, нет, такого даже и близко не было. И не собиралось быть даже близко. Не, понимаете, тут игра такая, что когда чувствуешь, что уже устал, да, то лучше, конечно, не играть. То лучше не играть, а то иначе будет как сейчас. Я уже заговариваюсь. А то иначе будет как сейчас, просто что вы не сможете ничего сделать. Вы будете тыкаться, и ничего у вас не получится. Вот. Тут нужна такая, скажем так, механика. Вот, либо она есть, либо ее нету. Либо вы просто устали. Вот я сейчас просто устал. Я попробую еще, может, раз 5, конечно, пройти это задание. Но я сомневаюсь, что будет успех прям такой шикарный. Потому что свежесть у меня уже, конечно, не та. Так. Отлично. Ну, вообще супер. Просто улетел на ровном месте. Угу, тоже опять началось.
Ага, давай под пилу. Не, все, друзья, я уже вымотался. Хотя бы я признаюсь в этом честно. Па-па-па-па! Все, последний раз. Ну, ладно. Не последний, еще. Давайте, еще два раза. Официально. И вот теперь последний. Ну-ка. Ага. Так. Нет, нет, я пройду это сейчас. Это принцип уже, все. Все, ребята, это принцип пошел. Раз игра меня так решила подставить по полной программе, то я сказал, что да. Тогда я пройду. Только так, если. Только так, если. У нас компромиссов не будет. У нас никаких компромиссов не будет. Мы либо пройдем, либо не пройдем. Либо игру в попу пошлем. Что для игры не самый лучший вариант. Вот. Ну, конечно, уже однозначно мне стало играть сложнее, потому что я уже перестал чувствовать реальность. Вот, это жестоко. Я сейчас говорю, как будто у меня вата. Как будто у меня вата. Вот. Апа-па-па. Так, отлично. Давайте пронаблюдаем за этим безобразием. Ой, как это было сложно, друзья. Я физически ощущаю всю боль. Физически. 44 секунды нам всего дано для прохождения этой локации. Я думаю, вполне достаточно, да? Ну-ка, 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 ну-ка. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну, какая прелесть-то. 33 секунды, то есть на 11 секунд быстрее. Все, все. Выйти на карту. Я больше не выдержу на данный момент прохождения. Что ж, давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте палец вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.